Этой осенью на трассах Тюменской области появятся мобильные камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Комплексы будут находиться в салоне автомобиля и двигаться в потоке. Это позволит фиксировать скорость, движение по встречной полосе, пересечение сплошной линии, движение по обочине, а также пристегнут водитель или нет. А пока безопасность на трассах обеспечивают фоторадарные комплексы «Кордон». Всего их 22. А вот вандалозащищенных боксов, в которых они размещаются, 100 штук. Так что в каждом боксе может быть либо муляж, либо настоящая камера. Это сделано специально, чтобы водители не расслаблялись. Гаджет фиксирует автомобили в обоих направлениях, а все данные записываются на флеш-накопитель, с которого они передаются в ГИБДД. В перспективе мы сейчас будем осуществлять закупку на специальный выделенный канал связи, который будет автоматически передавать эти данные с комплекса уже на сервер СПО «Паутина» МВД.